Вот взгляните, уважаемые дамы и господа, если вы хотите сделать порчу на своего врага. Сезон, время года, погодные условия не играют роли. Вот наша магическая лопата, которая позволяет нам пробираться сквозь тернии. А вот там, взгляните вон туда, вам будет сейчас хорошо видно. Там вон у нас полнолуние. Вот она, луна. И вот в этот период мы с вами будем делать ритуал на врага. Как быть, если вам противостоит более сильный человек, более сильный физически, более молодой, более финансово состоятельный, у которого есть адвокаты, юристы, финансовые ресурсы, родственники влиятельные. Для этого существует магия, существует наше замечательное полнолуние и существует кладбище,